Первый в истории чемпионат по огуречному хрусту и настоящие выборы главного виновника торжества. Жители поселка Истабенск готовятся к ежегодному фестивалю «Истабенский огурец». В этом году мероприятие получило статус межрегионального праздника. Оно состоится в нашей области уже в 23-й раз. В этом году праздник приурочили к Международному дню огурца и к 640-летию поселка Истабенск. В программе фестиваля «Огуречные игры», мастер-классы по засаливанию императорского огурца, выборы главного праздничного овоща. Не обойдется и без традиционной свадьбы огурцов и рождения маленьких огурчиков. Главным событием станет первый чемпионат по огуречному хрусту. Жюри будет оценивать участников специальным прибором. Он замеряет громкость звука при укусе огурца. Как пояснили организаторы, в идеальном огуречном хрусте есть особый секрет. Важно, как человек держит огурец, как, собственно, вот как он вообще на него смотрит. Хрустит. Да, и как он его хрустит. Отлично. Помимо чемпионата по хрусту, по селу пройдет огуречное шествие. На главной площади расположится ярмарка. Там можно будет купить огурцы всех видов. Свежие, малосольные, в бочках и на развес. Кроме того, на главной площади Истабенска выступят три музыкальные кавер-группы. Праздничные гуляния начнутся в полдень 27 июля.